Всем привет! Синчао! Синчао, кабай! Сегодня готовим очень вкусное песочное печенье с начинкой из джема. Hôm nay làm bánh quy hai lớp với nhân tuyệt vời. Для того, чтобы приготовить наше вкусное печенье, мне понадобится... Để làm bánh ngon tuyệt này, chúng ta cần... 270 грамм муки. 270 грамм bột mì. 70 грамм сахарной пудры. 70 грамм đường xay. 1 желток. 1 lòng đỏ trứng. 140 грамм масла или сливочного маргарина. 140 грамм бơ hay бơ thực vật. 2 штучки ванили. 2 ống vani. И разные виды джемов. Вы можете взять на ваш выбор любой джем. Và các bạn mứt tùy theo ý thích của các bạn. Для начала я порублю сливочное масло. Сливочное масло у меня холодное. Бơ từ trong tủ đá ra, cho nên bây giờ chúng ta cắt nó. Рубим сливочное масло. Cắt ra thành từng phần nhỏ thế này là tốt. Теперь в масло я добавляю муку и буду перетирать ее вместе с маслом, делая крошку. Cho bột vô và dùng tay. Просто руками перетираете. Nhồi đều lên. С мукой. Bằng những động tác đơn giản để cho hai thành phần chúng nó thống nhất với nhau. Nhồi theo kiểu bóp vụn ra rồi đảo đều lên. В муку с маслом я добавляю ваниль. Thêm hai ống vani. Добавляю сахарную пудру. Đường xay. И добавляю желток. Lòng đỏ. И хорошо все вымешиваю, соединяя тесто в один комок. Và lại nhồi tiếp lên. Sau đó sẽ về nó thành một khối thống nhất. Какое приятное тесто получается, красивого желтого цвета. Cảm giác trên tay rất là tốt và có màu vàng thật là đẹp. Другие интересные рецепты вы можете посмотреть у нас на канале. Nếu đã làm bánh ghi hình ghi tiếng trực tiếp dễ xem dễ nhớ dễ làm. Посмотрите, какое у нас получилось красивое мягкое тесто. Cuối cùng chúng ta đã được một phần bột tuyệt vời, mềm như thế này. Мы его кладем в чистый пакет. Cho вào túi sạch. Отправляем в холодильник на час. Và cho vào tủ mát một tiếng. И как у меня прошел один час, я достала тесто из холодильника. Một tiếng nó trôi qua và chúng ta lấy bột ra từ tủ mát. Я сразу подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой. Chuẩn bị khuôn và lót dưới nến. И здесь у меня еще одно приспособление для того, чтобы было удобно раскатать тесто. Một mẹo làm bánh rất tốt. Это обычные чистые пакеты, которые я разрезала. У меня два пакета. Các bạn lấy cái túi ni lông sạch và cắt nó ra. Я между пакетами положу тесто. Выкладываю тесто сюда. Немножечко подпыляю мукой. Dây một ít bột. Выкладываю тесто на один пакет, подпыляю слегка мукой и lên trên, xuống dưới. Накрываю вторым. Đậy nó lên. И через пакет буду раскатывать тесто скалкой. Và cán bột giữa hai lớp ni lông. Я это делаю, потому sạch. Что тесто очень мягкое. И оно пристает к столу, чтобы оно не приставало, и вам легко было его снять, положите его между пакетами. Làm như thế này, chúng ta sẽ lấy nó ra rất là dễ dàng. Так его будет очень удобно раскатать. Và sẽ cá nó rất là dễ. Раскатываем до толщины примерно 4 мм. Cán ra với chiều dày khoảng 4 mm là tốt. Một mẹo cán bột làm bánh quy giữa hai lớp màng ni lông. Такой способ позволяет очень тонко раскатать песочное тесто. Và các bạn sẽ cán nó rất dễ dàng.
Теперь снимаем пленку верхнюю. И будем вырезать. У меня в данном случае кружки. Я буду вырезать кружки. Вы можете вырезать любую форму, которая вам нравится. Излишки теста убираете, они нам пригодятся, мы их еще раз раскатаем. Посмотрите, я сейчас просто приподнимаю пакет, и очень легко у меня кружочек мой снимается с пакета. Я его переношу на противень. Противень у меня ничем не смазан, так как у нас в печенье достаточно масла. Chúng ta không cần chuẩn bị khay bằng cái dầu gì cả, mà chỉ cần để lên là được. И теперь, что мы еще делаем? Посмотрите, у нас печенье каждому кружочку должна будет соответствовать вторая его половинка. Каждую половинку мы будем вырезать какой-нибудь узор в середине. В данном случае я беру цветочек. Và cắt ở giữa một phần như thế này. Вырезаю серединку. И переношу. Và chuyển lên khay. Видите, я вырезала цветочек. Это тесто тоже я вынимаю, оно нам понадобится. Следующий кусочек теста я вырежу. У меня есть сердечко. Вы можете вырезать любые фигурки, какие вам нравятся, какие у вас есть. И аккуратно переносим. И так делаем дальше. То есть каждому целому кусочку теста у нас должен соответствовать второй кусочек, у которого мы вырезаем серединку. Như vậy sẽ có một hình tròn và một hình tròn có lỗ ở giữa. Итак, первые печенья у меня сформированы, и я их отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 10-12 минут. Mẹ đầu tiên chuẩn bị nướng ở lò nướng đã được sấy nóng ở nhiệt độ 180 độ, hai lửa khoảng 10-12 phút. Итак, дальше я вырезаю все печенье. Và cứ tiếp tục làm như vậy. Khi nào hết phần bột đầu tiên. Обрезки теста я собираю опять в один комок. Những phần bột vụn chúng ta lại cuộn lại với nhau. Thành một phần thống nhất. Накрою его опять вторым пакетом и снова раскатаю. Và lại dùng нейлон đặt lên để cán tiếp. И будем вырезать следующее печенье. Và cứ tương tự như vậy, cho khi nào hết bột thì thôi. Моя первая партия печенья уже готова. Mẻ bánh đầu tiên đã xong. Их надо снять с противня и поставить следующую партию. Chúng ta lấy bánh ra và chuẩn bị nướng tiếp. Все мои печенья испеклись. Всего у меня получилось 28 штук. Cuối cùng chúng ta cũng nướng được 28 cái. Сейчас что мы делаем? Мы печенье, которое у нас с вырезанным рисунком, должны будем присыпать сахарной пудрой. Những cái có hình chúng ta sẽ dây. Это будет верх нашего печенья. Để trang trí cho nó một tí vì nó là phần ở trên. Теперь берем целое печенье, накладываем сверху на него джем. Chúng ta sẽ làm tiếp như sau. И накрываем сверху крышечкой второй половинкой печенья. И у нас получается вот такое праздничное красивое печенье. Wow, chúng ta đã được cái bánh đầu tiên. И так делаем со всем печеньем. Wow, tiếp tục làm như vậy. У меня разный джем, у меня клубничный и абрикосовый. Có thể dùng các loại mứt khác nhau. Вы можете брать джем
по вашему усмотрению, на ваш выбор. Посмотрите, какие замечательные печенья получаются. Итак, продолжаем делать все печенье. Сейчас я попробую наше вкусное печенье. Очень вкусно. Очень-очень. Наше печенье получилось ароматным, вкусным и красивым. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями, оставляйте ваши комментарии. Nó rất đẹp, rất ngon và có mùi đặc biệt. Chúc các bạn làm bánh ngon và ăn ngon. Đề nghị các bạn đăng ký kênh, đánh dấu like, chia sẻ kênh, viết bình luận. Cảm ơn các bạn nhiều và hẹn gặp lại.